Всем привет! Продолжаем тему IP-видеонаблюдения. В этом видео я покажу вам, как вести запись с IP-видеорегистратора по детекции движения, а также как управлять хранением записи и производить их архивацию и экспорт. Данные настройки я покажу вам на примере одного из самых простых IP-видеорегистраторов и самых дешевых. Ссылка на него будет в описании к видео. Но у других моделей, в том числе и у более дорогих, принцип тот же самый. Первое, что я хотел вам показать, это запись по детекции по движению. Переходим в настройки, главное меню «Тревога» и пункт меню «Детекция». Здесь мы можем включить детекцию, обозначить область, в которой будет отслеживаться движение камерой. Во-первых, выбираем канал, жмем «Включить». Далее область установки и выбираем область детекции. Можно выбрать данную область, просто дорогу. Камера будет отслеживать движение, которое вот только на этом участке происходило. Но лучше сделать все поле. Вот, мы обозначили все поле. Далее порог чувствительности. Лучше поставить высокий. При высоком пороге чувствительности будет срабатывать, вот, к примеру, на заднем плане идет человек. Чтобы нам такие мелкие детали отловить, лучше ставить высокий порог чувствительности. Далее, интервал задержка, это имеется в виду срабатывание самого датчика. Далее здесь задержка, это задержка отправки тревожного сообщения. К примеру, можно настроить отправку тревожного сообщения на e-mail. При любом движении, при начале записи по движению, будет отправляться тревожное сообщение либо на email, либо также можно настроить мобильное сообщение, то есть это сообщение на приложение, если у вас подключено мобильное приложение к данному видеорегистратору. Более подробные настройки данного видеорегистратора у меня сняты в прошлых видео. Есть общие настройки его подключения и более тонкие настройки его сети, камер и так далее. После нажатия на кнопку ОК у нас будет происходить уже запись по движению. Соответственно, когда никакого движения не происходит, запись не идет. Но дело в том, что это у нас уличная камера, здесь постоянно какое-то движение происходит, тем более у нас высокая чувствительность датчика, так что в данный момент запись идет. Далее давайте остановимся подробнее на почтовых сообщениях. Дело в том, что мы указали, что при срабатывании какого-либо датчика, либо при начале записи по движению, нам приходит email-сообщение. Здесь есть одна особенность настройки. Заходим в главное меню. Настройка службы. И вот здесь есть протоколы. Да? Нас интересует email. Как мы видим, здесь нету просто поле для адреса, куда отправлять сообщение. Нам нужно включить данную функцию и настроить SMTP-сервер. Из данного адреса уже SMTP-сервера на указанную почту будет отправляться, собственно, само сообщение тревожное. Как настроить SMTP-сервер? У меня написано в отдельной статье, ссылка на статью будет в описании к видео. После того, как мы завели все настройки, завели адрес получателя, мы можем протестировать, но в данном случае у нас не настроен SMTP сервер. Жмем ОК, и у нас будет приходить сообщение тревожное. Какие есть еще тревожные сигналы? Во-первых, это закрытие камеры. Закрытие камеры действует в том случае, если связь с камерой есть, но просто поле обзора перекрыто чем-то. Либо специально кто-то закрыл, либо еще как-то. Также мы можем включить эту функцию и тоже отправлять тревожное сообщение. И помимо закрытия камеры есть потеря сигнала. Это действует, когда по каким-то причинам камера отключилась. Далее есть еще ошибки, имеется в виду, это ошибки жесткого диска.
здесь есть варианты ошибок. Либо отсутствует диск, либо ошибка HDD, либо нету места на диске. Обычно ставят просто ошибка HDD. Данное событие срабатывает в случае, если жесткий диск сломался. А жесткий диск — это самая уязвимая часть системы видеонаблюдения. Поэтому это очень полезная функция. Как правило, поломка жесткого диска, она происходит незаметно. Просто в один момент понадобится запись за какой-то период. И так получится то, что жесткий диск, оказывается, в это время был неисправен. Поэтому рекомендую включать всегда оповещение о каких-либо ошибках жесткого диска. Во-первых, поставим зуммер. Это срабатывает зуммер на самом видеорегистраторе. Показ сообщений, то есть просто окно в интерфейсе. Ну и отправка тревожного сообщения. Можно также сделать автоматическую перезагрузку. Может, она в каких-то случаях поможет. Далее я хотел бы поговорить о самих записях с камер. Заходим в главное меню. Запись и воспроизведение. В данном окне у нас проигрыватель. И мы за интересующее нас время можем просматривать записи. В правой части экрана мы видим календарь. Выбираем интересующую нас дату. А внизу мы видим шкалу времени. И, соответственно, выбираем время, которое нас интересует. Также внизу кнопки управления проигрывателем. Это можно либо ускорить запись, либо отредактировать. Допустим, обрезать нужный фрагмент. Далее, как выгрузить необходимый участок, необходимый фрагмент записи на внешний диск. Мы внизу видим кнопку со стрелочками. Когда мы ее открываем, у нас появляется список отрезков. Как мы видим, они здесь по часу. Длительность этих отрезков можно настраивать. Позже покажу как. Двойным нажатием мы можем перейти на этот отрезок. И обратите внимание, у нас на шкале бегунок как раз изменяет свое местоположение. Так вот, к примеру, давайте выберем какой-нибудь отрезок времени. Можно их несколько выбрать в любой последовательности. И экспортируем его на флешку. Флешка у нас вставлена. У нас внизу есть кнопка с диском, кнопка архивации. Нажимаем ее. Вот у нас отображается наш USB-диск. Жмем «Архивация». Здесь мы видим список наших отрезков. В данном случае у нас один выбран. Далее мы выбираем формат сжатия, формат экспортируемого видео. Можно либо H264, либо AVI. Но дело в том, что на многих версиях прошивки AVI выгружается также в H264, и поэтому сразу вы на компьютере его не откроете. Но в любом случае у меня есть программа для конвертации H264 в AVI либо MPEG-4. Ссылка на программу будет в описании. Выбираем формат и жмем старт. И происходит выгрузка. После того, как проходит архивация, нам выдает сообщение, что архивация завершена. Чтобы задать длину данных отрезков, переходим в меню «Запись», далее «Записи», и вот здесь устанавливаем длину. 60 – это длина в минутах. Далее меню «Архивация» – это можно выгрузить все вообще записи, которые есть на данном диске. Занимает очень продолжительное время. Далее пару слов о том, где вообще хранятся записи, как происходит их цикличная запись на жесткий диск. Заходим в главное меню. Сведения. Сведения о жестком диске. Здесь мы видим на вкладке «Тип емкость» наш жесткий диск. Вот он, 800 гигабайт. На вкладке «Время записи» мы видим циклы его записи. То есть сейчас обратим внимание на нижнюю строчку. То есть у нас первая запись идет
от 29 февраля 2020 года. Раньше записи нету, потому что она уже перезаписалась. Давайте проверим это. Заходим в проигрыватель. Выбираем февраль. И вот видим 29 число. Вот как раз где-то с 15 часов у нас есть запись. То есть мы видим, что при данных настройках глубина архива данного видеорегистратора примерно 1 месяц. У нас подключена одна камера в хорошем качестве. Как можно увеличить эту глубину архива? Ну, во-первых, как я показывал ранее, включить запись по движению, по детекции движения. То есть будет не все время писать, а только при срабатывании датчика движения. И второй еще тоже простой способ — это настроить качество. Качество видео с камеры. Переходим в настройки, меню компрессия, и мы здесь видим настройки, настройки канала. Формат сжатия H264 у нас один доступен. Также можно уменьшить качество, то есть поставить 960p. Это будет уже хуже само качество. Частоту кадров уменьшить. Не 25 поставить, а уменьшить. Тогда будет заметно подтормаживание. И качество у меня стоит самое лучшее. Можно поставить среднее. Также здесь пишется звук. Зачем-то. Ну, данной камере он не нужен, в уличной. Опять же, запись звука тоже занимает место. Также в данном видеорегистраторе есть такая настройка, меню настройка, цифровой, режим канала. В данном меню мы можем редактировать максимальное число поддерживаемых каналов и, соответственно, в зависимости от их качества. Чем ниже качество канала, тем больше количество каналов. На этом все. В следующем видео я покажу, как настраивать пользователей и права на систему видеонаблюдения, добавлять пользователям права. Поэтому следите за новыми видео, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!